Grand Start. Ну что же, Юрий Кулинич и Бизан Немо. Тут же фаворит Ранжир выходит вперед под седлом Айдемира Шегушева. Ну и третьим Мугажир. Мугажир, мы видели, там осекся немножко. Ну, поставил на ход его Тимур Гусейнов. И едет тут же рядом с Мизаннем. Ранжир лидирует при выходе на прямую старт-финиш и налегает на повод. Айдемир Шегушев его сдерживает, оглядывается назад. Сдерживает по-прежнему трехлетнего чемпиона Ранжира Айдемир Шегушев, в то время как старший возраст в лице Мизаннемо и Мугажира ведет себя более покладисто. Прямой старт-финиш. Ранжир лидирует, оглядывается назад. Айдемир Шегушев постоянно контролируя, что там происходит, потому что все-таки дистанция длинная и убегать сильно не хочется. С другой стороны, ее ломать тоже не хочется. Это всегда жокейская дилемма. Это короткая дистанция, там все ясно. Итак, лошади в правом повороте. По-прежнему Ранжир впереди. 34,2. Ну, вы знаете, для халтикинцев эта дистанция 2400 не так уж и тихо, прямо скажем. И Ранжир лидирует с преимуществом, наверное, корпуса 4,5. Два коня старшего возраста по бровке Мизаннемо и Мугажир по-прежнему вместе. О чем-то там переговариваются Юрий Кулинич с Тимуром Гусейновым. Ну, а Ранжир ведет очень уверенно. Вот смотрите, Тимур Гусейнов на Мугажире начинает уже ехать в посыле. Но как-то Мугажир, по-моему, отстает. Уже за хлыст берется Тимур Гусейнов. По-моему, Мугажир останавливается. Ранжир идет более чем уверенно. Его преимущество только нарастает. И не похоже, что что-то здесь может кардинально измениться. Хотя ехать еще довольно далеко. То, что Мугажир уже не выиграет, понятно. Чувствует он себя явно некомфортно и явно останавливается. Юрий Кулинич на Мизаннемо еще какие-то козыри в рукаве имеет. Посмотрим, насколько эти козыри старшие по сравнению с тем, что есть у Ранжира. Ранжир лидирует с преимуществом корпусов 7 при выходе на финишную прямую. Но вот Юрий берется за хлыст, а Айдамир по-прежнему в руках. Кентирует Ранжир, да. Никто его здесь, очевидно, не обыграет, если не произойдет что-то из ряда вон. Ну, по финишной прямой просто кентирует Ранжир. Ранжир, сын Пиастра и Рапсодии, рожденный в Ставропольском конном заводе. Ранжир, питомец Василия Сиротенко и Геннадия Семенюты под седлом Айдемира Шегушева, уверенно выигрывает приз сравнения из первой группы. Ранжир, Мизаннемо и далеко сзади Мугажир.